Все, кто читал или слышал про викингов, они знают, что такое Линдисфарн. Вот именно здесь мы и находимся, Линдисфарн. Сейчас мы направляемся к священному острову и, ну так сказать, первому историческому месту высадки викингов на территории Англии. Линдисфарн. Мы повторяем историю, покорим это место. Только что въехали в Шотландию. Наконец-то мы это сделали. Мы на землях Шотландии. Yes! Удобнее, так что попробуем, что это такое. Приятного аппетита. Ну вот, в общем, лето началось недавно, апрель месяц, сегодня какое, 12 число. Но в Эдинбурге понятное дело, что даже летом нужно носить термобелье. Такой легкий бриз напоминает о том, что лишняя пара маечек под низом или теплый свитерок, он не помешает даже в жаркий летний день. Так что, ребятушки, не забывайте, бывайте, одеваться. Что мы сегодня не ожидали увидеть. Что мы не ожидали увидеть, так это снежные вершины. Красота просто невероятная. С погодом нам сегодня, ну, просто подфартило. Дождя мы чуть-чуть видели, правда? Сюда тоже. Вот моя красавица.
мой спутник жизни. Наслаждаемся видами, катаемся вокруг да около, но вот сегодня забраться на гору не решаем, потому что довольно серьезное восхождение, и это не просто шутка какая-то там ха-ха на горку запрыгнуть, это вам не Шеффилд. Вот, потому посмотрим еще раз и поедем дальше, нас ждет Инвернес. Yes! Месте называется оно Уркухард. И внизу, на побережье озера Лохнесс, находится замок Уркухард. Насколько я помню, он был основан в 13, 14 и до 16 веке, по-моему, 13 век. И он играл большую роль в шотландской независимости. И еще его атаковал клан Макдональда жестко. Но не того Макдональда, который вы знаете сегодняшний день, а шотландских Макдональда. Вот такая красота. Двигаемся дальше. Вот это да! Абсолютно случайно увидел с дороги. Посмотрите, какие леса. Вот это да! Вот она, дикая природа Шотландии. Ребятушки, пришло время поделиться нашим третьим днем.
И мы решили, что окончательная точка нашего путешествия будет остров Скай. Я вам сейчас покажу картину. Это просто невероятно. Такие виды, ради них стоило путешествовать. Я думаю, что я смогу об этом рассказать только спустя несколько дней. Сейчас я пока понаслаждаюсь и вот чуть-чуть еще вам покажу, какие тут горы, какие тут реки. Я дикий, я люблю дикую природу. Чешуеть можно. Это все мои эмоции сегодня. Иди сюда. Мы и горы. Горы и природа. Водопады, остров Скай. Ребята, сказка. Мы добрались до места, которое отмечено на карте названием Fairy Falls. В общем, по фоткам говорят, очень красиво, но пока что мы видим это всякие такие вот водопады. Может быть, мы стали уже менее впечатлительны ко всему этому, но здесь, по-моему, около 5 миль водопадов. Ну и нереальная гора. Марина предлагает идти дальше, я не знаю, я хочу посмотреть на эти самые бассейн с бирюзовыми водами, пока еще светло сегодня. Поехали к бассейну, yes! Вот, достигли мы конечно нашего путешествия. Мы вышли к западному побережью Атлантического океана. Остров Скай. Даже чья-то юрта стоит. Оставаться на ночлег мы здесь не будем. Мы уже собираемся двигаться в сторону дома. Но мы уже возвращаемся, и мы едем чуть по другой дороге. Мы уже давно покинули Скай-остров, и мы едем в сторону Форта Уильяма, но не перестаю удивляться. Виды, конечно, просто зашкаливают. Васлс, Янка, клаусись. Итай смакоинканс, палабивай по край себе. Аз вы спор на сапроту корти погрестись. А, ну давай, тулень, бы еще. Окей, палабик гришу, давай.